Так, и всех приветствуем на нашем канале. У нас очередная партия посылок с Алиэкспресса в виде вот таких вот двух небольших пакетиков. Сейчас мы их распакуем. Перед этим пригласим вас подписаться на наш канал, поставить колокольчик, чтобы видеть наши обновления. Так, ну что же, начнем. Две посылочки с сайта Алиэкспресс. Что у них не смотрел, пришли Укрпочтой. Сейчас мы их откроем и посмотрим. Так, а у нас здесь пришла вот такая вот мини-коробочка, написано Made in China. То есть тут очень популярные коробочки стоимостью. Он, ну, на Китае они стоят 16 гривен, а у нас они стоят по 40. Вот такой вот картинкой. Так, что здесь у нас внутри? У нас внутри ничего такого. Вроде бы так чуть-чуть потертая. Ну, вот такая вот простенькая коробочка сайта AliExpress. Так, смотрим следующую посылочку, что у нас тут. Открываем. Так, как-то она не вскрылась. Сейчас. Еще раз. Так, пришли посылки к нам где-то 2 недели. А, тут котик антистресс. Он тут такой сильно маленький. Я думал, что будет побольше на картинке. Он выглядит намного больше. Такой вот он жидкий весь. Ну, такой на ощупь очень прикольненький. Ну, такой вот у нас котик антистресс. Если он так телепается. Так, вот это дело все. Как коробочка такая, как антистресс будет. Котик, наверное, здесь вот так вот жить. О! Видите, как все аккуратненько залезло. Так вот могли и прислать нам наши друзья с Китая. Ну что ж, наше коротенькое видео окончено. Такие вот у нас посылочки с сайта AliExpress. Не забываем подписаться, поставить лайк. Будет еще очень много чего интересного. Всем пока. Не забываем подписаться.